программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Я приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Причины не устраняют, выводы не делают. Из-за проблем на ТЭЦ в Яровом Следственный комитет начал проверку властей, играя на халатность. Экстремизм, терроризм, оскорбление верующих. В Барнауле начала работу кибердружина, которая мониторит соцсети в поисках запрещенной информации. 11 групп на 280 мест. В коттеджном поселке Фирсово Первомайского района возводят ясли-сад. Когда его откроют и начнут строить школу? Начнем выпуск с новости о возможном визите в наш регион высокопоставленного чиновника. Сегодня стало известно, что в ближайшее время Барнаул может посетить премьер-министр России Михаил Мишустин. О его рабочей поездке в Алтайский край стало известно нашим коллегам из Банфакса. Предполагается, что визит Мишустина состоится в первых числах марта. Однако пока эту информацию не подтверждает в краевом правительстве. Цель поездки инсайдерам пока не ясна, но известно, что в последнее время премьер-министр посещает самые бедные регионы страны с программой социально-экономического развития. А наш край как раз входит в число тех самых проблемных регионов. К другой теме. Следственный комитет региона начал проверку властей края по факту халатности. Повод – ситуация с системой теплоснабжения в Яровом, где уже год и три месяца действует режим ЧС. При этом в городе-курорте регулярно происходят коммунальные аварии. Так, по данным правоохранителей, очередная авария на городской ТЭЦ произошла 11 февраля. В результате два котла встали, и в домах Ярового упала температура. Ну, как пишут на сайте ведомства, цитата, «должностные лица органов исполнительной власти края не предпринимают действенных мер к устранению причин и условий возникновения аварий». При этом с 2018 года на эти цели из бюджета выделено 125 миллионов рублей. Следователям предстоит оценить, насколько действенно должностные лица выполняют свои обязанности. И еще одна новость о местном чиновнике. Бывший глава Октябрьского района Барнаула Андрей Овсянников признал вину в присвоении и растрате, а также крупном мошенничестве. Напомним, 5 февраля стало известно, что бывшего чиновника отправили под стражу. Это кадры задержания. По версии следствия, Овсянников совершал преступление, когда находился на посту главы Лебяжинской сельской администрации. Тогда он с помощью подельника изготавливал фиктивные договоры подряда на благоустройство и проведение культурно-массовых мероприятий. В итоге бюджет города потерял больше 157 тысяч рублей. Позднее Овсянников якобы заключал договоры на благоустройство и расчистку дамбы и получил вместе с сообщником еще 450 тысяч рублей. Напомним, в администрацию Октябрьского района чиновник пришел на смену Вячеславу Новикову, но не проработал там и трех месяцев. Добровольно подал в отставку в конце января. До конца года в весьма востребованном пригородном поселке Первомайского района Фирсово должны открыть первое социальное учреждение. Это детский сад, который рассчитан на 280 мест и должен полностью покрыть потребность в местах для дошкольников. Причем в саду планируют открыть несколько групп для малышей ясельного возраста. Подробнее в сюжете Валентины Аскеровой. Здание построено, окна вставлены, идет монтаж крыши. На возведение детского сада в селе Фирсово Первомайского района выделено свыше 270 миллионов рублей федеральных и краевых средств. Работы на объекте завершены практически наполовину. Дошкольное учреждение планируют сдать в ноябре этого года. Родители малышей считают дни до знакового события. Мы его очень ждем, потому что ребятишек у нас очень много. И все-все хотят попасть в детский сад. У нас здесь есть платный садик, но все ждут садик, который муниципальный, потому что это всем очень удобно. И ребятишки, кто-то, мама приходится не работать, сидеть дома с детьми, не реализовываться в жизни. И поэтому все ждем. Детский сад сможет принять 280 воспитанников. Это 11 групп полного дня. 6 из них для детей от 3 до 7 лет. Еще 5 для малышей ясельного возраста, то есть до 3 лет. Новый объект на 100% закроет потребность в дошкольных местах Фирсова. Сейчас в Санниковском сельсовете, к которому относится востребованный поселок, пока один сад в райцентре Санникова. По проектной мощности, по нагрузке он рассчитан на 150 мест. По факту в нем пребывает уже больше 170 ребятишек. И с учетом потребности, а потребность по заявкам уже на детские дошкольные образовательные учреждения, сейчас в районе около 200 мест, данный объект будет очень актуален с учетом того, что территория в перспективе развивается и будет развиваться. Фирсовский детский сад станет самым крупным в Первомайском районе дошкольным учреждением. Площадь свыше 5000 квадратных метров. Он условно поделен на три зоны.
Первая зона – это хозяйственная, где будут размещены выгреб, сушилка и так далее. Вторая зона – это зона спортивная. Будет небольшая спортивная площадка для того, чтобы детки могли развиваться и отдыхать, и заниматься спортом на свежем воздухе. И третья зона – это зона игровая. Это будут теневые навесы и малые архитектурные формы – это и горки, и качели. Рядом с этим детским садом через пару лет построят еще и новую общеобразовательную школу на 550 мест. А это значит, что фирсовским школьникам не придется преодолевать километры, чтобы получить знания. На данный момент в крае строят 11 детских садов. Самые крупные, такие как Фирсово, возводят в Белокурихе и Рубцовске. В половину меньшей вместимости, на 140 мест, учреждения появятся в Топчихе, Залесово и Поспелихе. И везде обещают предусмотреть ясли-группы. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле сразу 6 мужчин предстанут перед судом за изнасилование детей. Преступную деятельность банда вела с 2013 по 2020 годы. Ее жертвами стали 6 мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет. Местный житель знакомился с несовершеннолетними мальчиками, входил в доверие, а затем совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. В связи с тем, что потерпевшие находились в сложной жизненной ситуации, он путем уговоров и подкупа привозил их к своим друзьям, которые также совершали в отношении детей противоправные деяния. Известно, что один из обвиняемых заключил со следствием досудебное соглашение. Уголовное дело против него выделили в отдельное производство. В целом же насильникам, возраст которых от 32 до 62 лет, грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. И к другой теме. В Барнауле начала работу необычная дружина с приставкой «Кибер». Ее активисты – добровольцы, которые мониторят соцсети на предмет оскорбления верующих, а также информации экстремистского и террористического содержания. О кибердружине подробнее в следующем сюжете. Это Екатерина, кибердружинница, студентка, которая в свободное от учебы время предотвращает интернет-преступления. В последнее время, говорит, в соцсетях стало много пропаганды наркотиков, оскорблений верующих и прочего экстремизма. В принципе, в интернете очень много постов, которые выглядят неоднозначным образом. И то же самое это реклама, когда что-то где-то, допустим, даже, грубо говоря, рисуют на зданиях, и люди к этому агитируют, а молодежь она это видит, и она за этим повторяет. Точно так же киберпреступление. Вот именно об этом и говорят кибердружинники. Одно преступление тянет за собой другое, поэтому стараются не наказать, предотвратить. Например, видят, что человек выложил на странице песню из перечня экстремистских материалов, и коли по неведению оступился, пишут в личку, предупреждают. Такая мягкость подхода понятна. На деятельности кибердружинников лежит тень слишком жесткой работы силовиков по так называемой борьбе с экстремизмом в 2018-м. Тогда Барнаул даже в шутку называли столицей экстремизма. По 282 статье УК РФ судили Даниила Маркина, а потом и Марию Матузную. Всех за мемы, всех оправдали. Теперь такие действия частично декриминализировали, но сеть помнит. Барнаул был признан городом экстремизма, это просто кто-то написал в рамках деятельности, мы каждый месяц примерно по 200-300 материалов экстремистского толка в сети интернет выявляем. Но не вся информация уходит в правоохранительные органы. Часть информации, потому что мы понимаем, что молодежь, как правило, это молодежь, не понимает то, что добавляют, какую информацию. Если найдены экстремистские материалы, информацию отправляют в Роскомнадзор для блокировки. Кибердружинником может стать любой. Для этого не нужны специальные навыки, только компьютер и желание самому отслеживать страницы интернета в поисках запрещенки. Но кибердружина – часть барнаульской дружины, которая участвует и в офлайн-акциях, патрулирует, помогает сотрудникам полиции. Так что в штабе не только компьютерные мышки, но и боксерские груши. Это ребята, которые просто неравнодушные, скажем так, вообще к всему. И пытаются помочь и системе, и правоохранительным органам. И хотят само свое развитие. И тоже они видят в этом толк. Потому что дружина, она создана также с указом президента. И ребятам это многим интересно. Поэтому к нам сюда вступают.
Кстати, кибердружинником может стать вообще любой. Но, как нам объяснили, конкурсный отбор – серьезное и главное условие для человека, который будет помогать силовикам – чистая биография, то есть отсутствие фактов привлечения даже по административным статьям. А мы в завершение напомним – не оскорбляйте людей по национальному и религиозному признакам и никого ни к чему не призывайте. Это запрещено законом. Андрей Дрейер, Дмитрий Денисов. День с толком. Мост в барнаульском селе Власиха может появиться раньше срока. Дорожные строители заявили, что на сооружении, которое связывает Барнаул с пригородом, работа выполнена почти на 70%. Тему продолжит Анастасия Дороган. Улица пригорода обычна, как и множество других, но, передвигаясь по ней, стоит быть предельно внимательным, ведь для всех участников одна полоса. А между тем, эта объездная дорога принимает огромный транспортный поток всех, кто через Власиху едет в Барнаул или в поселок Лесной и Павловский район. Рядом с дорогой вырастает новый мост. Прежний из-за аварийного состояния, ему было 40 лет, пришлось полностью снести. Появлялись трещины на несущих конструкциях. Во-вторых, шло разрушение тротуарных блоков. Поступали жалобы от жителей, что имеется уже разрушение именно бетона, что не обеспечило безопасный проход пешеходов. Ну и в целом вся конструкция уже была подвержена разрушениям. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реконструкцию моста начали осенью прошлого года. Тогда же завершили основные работы. Забили сваи, смонтировали опоры и уложили балки. Сейчас строители стыкуют балки арматурой, чтобы затем залить их бетоном. Далее мы будем работать с подходными путями и дорожной одеждой уже на самом мосту. Планируем мы это все закончить в мае. И в конце мая, в начале июня планируем подойти уже к благоустройству прилегающей территории. К началу лета на реке Власиха должна пройти волна весеннего паводка. И уже после половодья, с наступлением сухой погоды, строители смогут заняться благоустройством территории. На месте объездной обещают посеять газон. А сам мост должен стать удобнее. Его ширина увеличится с 7 до 9 метров, просторнее станут и тротуары. И в конечном счете, подчеркивают представители мэрии, увеличится пропускная способность моста в селе, и сам проезд станет безопаснее. Анастасия Дороган, «День с толком». Идем далее. В России впервые с октября выявили менее 14 тысяч новых случаев COVID-19, сообщают федеральные СМИ. Лидеры по росту заболеваемости – Москва и Санкт-Петербург. В Алтайском крае число заболевших тоже день ото дня снижается. Сегодня таких 162 человека. При этом смертность в регионе по-прежнему высока. На сегодняшний день по статистике умерли 15 человек, в тяжелом состоянии находится 373 пациента, к аппаратам ИВЛ подключено 99. Строительство нового корпуса 14-й Барнаульской поликлиники завершится, скорее всего, раньше намеченного срока. Как сообщил нам сегодня главный врач учреждения, это может быть не декабрь, а сентябрь 2022 года. А с учетом того, что объект недавно попал в федеральную программу модернизации первичного звена, корпус могут доделать еще раньше. Жители индустриального района очень ждут его появления. Напомним, минувшей осенью именно 14-я поликлиника прославилась многочасовыми людскими очередями. Пациенты в ожидании приема часами стояли на улице. По словам главного врача, после переезда в новое здание такое вряд ли повторится. Огромные площади корпуса предполагают массу преимуществ. Людям не придется бегать по четырем разрозненным корпусам, чтобы, к примеру, сдать кровь или сделать УЗИ. Большие площади предполагают и наличие большего штата терапевтов и узких специалистов. И это еще не все. Там будет абсолютно все диагностические услуги, на которые ранее поликлиники направляли в тот же диагностический центр, в краевую, да, в какие-то межрайонные центры в виде там, пульмонолога того же. Здесь население позволяет и всех этих специалистов, и все эти диагностические услуги размещать в поликлинике. Вот, в том числе и компьютерный томограф, да, который здесь запланирован. В новое здание переедет и женская консультация, которая сейчас располагается в детской поликлинике. Дмитрий Денисов подчеркнул, что сейчас активно идет поиск врачей, специалистов, даже пытаются переманивать из частных клиник. Напомним, общая площадь здания составит 15 тысяч квадратных метров, стоимость объекта 1 200 000 000 рублей. Здесь будет 42 терапевтических участка. Завершение работ руководитель поликлиники очень ждет. Правда, считает, что некоторые неудобства может создать и сам переезд в новый корпус.
Многие проживают рядышком, да, там с терапией. Сейчас это переместится совсем в другое место. Изменения существенные. На первом этапе люди очень критично относятся к любым изменениям, даже которые впоследствии все оценивают как хорошие. Барнаульцу, страдающему редким генетическим заболеванием, требуется помощь. По рекомендациям медиков, инвалиду необходимо плавать не реже 4 раз в неделю. Семья пока добилась только разового посещения бассейна, но этого явно недостаточно. Продолжит тему Андрей Дрейер. Это убивает, это не должно быть так. И вот, говорю, я просто 10 дней проревела, у кого-то были праздники, а я в истерике без, потому что я просто не знала, как это будет, как со мной дальше поступят. Так не должно быть. Так Наталья Лощинина рассказывает про свои новогодние каникулы. У ее сына Александра редкое генетическое нейромышечное заболевание – миопатия Ульриха. Лекарства нет. Мышцы ослабевают настолько, что во сне дышать можно только с помощью аппарата НИВЛ. Проблем доставляют бюрократические тонкости. Техника принадлежит детской паллиативной службе. Но Александру уже исполнилось 18. Аппарат должны были забрать и дать другой. Я перед Новым годом, почему я в истерику-то впала? Я перед Новым годом звоню в детский паллиатив, говорю, а что дальше? Вот у нас в январе 18 лет, что дальше? Мне говорят, это ваша поликлиника решает. Я звоню в поликлинику. Мне говорят, это паллиативная служба решает. При таком заболевании человек дышит через маску, но если упустить момент, то можно перейти и на инвазивную вентиляцию, когда уже необходим прокол в трахее. Для больного миопатии Ульриха пути назад, к маске, уже не будет. При этом Наталье, которая осознает всю сложность состояния своего сына, пришлось добиваться возможности проводить инвалиду необходимую реабилитацию. Документ на ее разрешение, говорит женщина, получить удалось не сразу и буквально через войну с ответственными. Открываю эту ИПРА, смотрю. Палочки этой нету по отметке о паллиативном статусе. И у нас вообще все поубрано. Кроме коляски и пары туторов, вообще вся реабилитация убрана. Ну, естественно, там в слезы, в истерику. Говорю, как так-то? Вы что, получается, нам сразу, раз он посмел пережить, вы нас просто укорачиваете, нам еще больше жизни. И эта дама говорит, да ничего страшного вообще. Он говорит, вообще не паллиативный. От миопатии Ульриха нет лекарства, но продлевает жизнь физическая активность. Бассейн. Есть представление, да, что... Может, уже и не стоит по больницам ездить, надо просто вот заниматься реабилитацией дома каждый день. А ее просто нет. Я говорю, нам врач пишет, ваш выход – бассейн. Опять же мне это повторяют. Говорит, надо ходить не менее 4-5 раз в неделю. А мы ходим только один раз, с горем пополам. Наталья не раз обращалась к прокурору. Ответ – в городе 3 бассейна. Кто мешает посещать? Но бассейн Обь, к примеру, для людей с инвалидностью не подходит. Я им каждый раз говорю, там нет условий. Они мне сами же отвечают, да, условий нет, но вы все равно туда ходите. На коляске в бассейн Обь не попасть. Благодаря помощи министра спорта края появилась возможность плавать раз в неделю в Олимпийском. Там в конце ноября установили подъемник, но проблема с раздевалками. Они не предназначены для людей с ограниченными возможностями. Министерство соцзащиты в ответ на наш запрос заверило, что они нашли решение как минимум одной проблемы семьи Лощининых. Мы не увидели никаких препятствий для того, чтобы Александр посещал бассейн несколько раз в неделю. Для этого маме Наталье Васильевне необходимо обратиться лично, встретиться с руководством бассейна и договориться конкретно о дне и времени, когда удобно посещать бассейн. По словам чиновников, в помощь Александру технический вуз готов предоставить волонтеров. Несмотря на то, что и эти условия по-хорошему недостаточны, Наталья будет возить сына в Олимпийский. Других вариантов просто нет. Возможности Барнаула, к сожалению, далеки от столичных городов. Андрей Дрейер, Алексей Фризин. День с толком. А вот барнаульский футболист Александр Соболев, который в данный момент является нападающим московского «Спартака», уже помог приобрести протез для девочки из Алтайского края. Ксюша Стебунова из Бийского района родилась с необычным диагнозом. У ребенка недоразвита левая кисть руки. Сейчас девочке 7 лет, Ксюша учится в первом классе, и ей часто приходится отвечать на вопросы сверстников, почему она не такая, как все. Семья Ксюши давно мечтала о протезе предплечья, с которым ребенку будет намного проще жить. Цена протеза более 200 тысяч рублей. Помочь семье Стебуновых решил Александр Соболев. Я узнал, что ты моя землячка и решил поддержать тебя, подарить тебе протез. Пусть с новым протезом начнется новая жизнь, полная счастливых моментов. Я жду тебя на нашем домашнем стадионе. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся и пообщаемся.
На этом у меня все новости. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях на YouTube-канале. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде, спонсор прогноза компании «Эвалар». До встречи в эфире.